Всем, с вами журнал Пикало и я Каролина. Сегодня мы с вами находимся в торгово-развлекательном центре «Июнь» в городе Мытищи. Сегодня здесь проходит важное событие. Популярный среди юных модников и модниц бренд «Лиреде» открывает свой детский магазин одежды. Название бренда «Лиреде»? Название бренда переводится с итальянского «наследник». А как пришла идея создания этого бренда? Идея пришла неожиданно, когда я родила Есению. Выходе на работу бывшую не было и речи, поэтому мы стали думать, что бы сделать интересного. Поэтому, посоветовавшись с девочками, с моими подругами, это Сашей Мочаловой и Катей Зайцевой, мы решили создать свой бренд, чтобы одевать принцесс в красивые наряды. Как вам приходит идея для новой коллекции? Ну, обычно мы ездим, ходим, смотрим, подбираем ткани. И когда уже мы видим цветовую гамму, когда ткани на ощупь трогаем, тогда уже у нас после этого только приходит создание образа коллекции, и мы... Иногда это бывает можно за ночь, иногда это бывает неделю и месяц, и поэтому по-разному. Нельзя сказать как-то односложно, но нас трое, и нам проще. Это всегда разносторонние коллекции, это всегда много выбора. Ну, у нас не по 15-20 моделей в одной коллекции, а всегда от 40 и более. Поэтому на вкус любого потребителя. В чем секрет этого бренда? Секрет в том, что у нас в приоритете натуральные ткани, у нас всегда все как-то по-семейному, потому что все-таки бренд у нас семейный, у нас три семьи в бренде, и поэтому мы все мамы, и мы любим детей, наши клиенты любят нас, они к нам все время возвращаются. Я думаю, секрет прост, просто нужно людям давать то, что они хотят, чтобы это было удобно, практично, красиво, модно, и всегда будут нас выделять из общей толпы. В рамках открытия магазина сегодня состоится детский фэшн-показ, где мы сможем увидеть новую коллекцию этого замечательного бренда. Впечатление от бренда «Лиреде»? Вы знаете, мы первый раз пришли в этот магазин. Очень хорошее впечатление. Достаточно модные дизайнерские вещи. У меня дочери 6 лет, и я реально буду пользоваться этим магазином. Мне очень нравится. Мне понравился желтый костюмчик. У меня подобный, такой же, и платье, и жакетик. И я бы ей с удовольствием его приобрела. We'll be right back.
Очень красивое платье, очень красивая и сама осенняя коллекция, и доступная цена. Вам нравится бренд Лереда? Да, очень. Тут очень красивые платья, вечерние и очень-очень нарядные. Тебе понравилось участвовать в показе? Да, очень понравилось, я давно этого ждала. А тебе понравился свой лук, который ты представляла? Да, очень понравилось. А ты бы хотела его приобрести? Да, хотела бы, конечно. У меня он был красный, а на рукавах цветочки. Вам понравилось участвовать в показе? Да. Какая ваша любимая одежда? Платье. Мое, да, платье. Я люблю длинное обручко, как вот это, только до пола. Какую ты одежду любишь больше всего носить? Моя любимая вещь – это шорты на лямках и футболка. А тебе мама выбирает одежду или ты сама? Я сама. Мне разные стили нравятся, ну, в основном ну, классические. Какую одежду вы больше всего любите носить? Нарядное платье. А я люблю вечернее платье. А вы сами себе выбираете наряды или нет? Да, иногда мама, иногда я. Иногда мама, иногда я. А вам нравится ходить по подиуму? Очень. Я вот очень хочу стать моделью, еще я очень хочу стать актрисой и режиссером. Дорогие наши покупатели, приходите к нам в магазин, мы будем рады вас видеть. Сейчас у нас новая летняя коллекция, первая коллекция купальников, поэтому мы вас ждем. И у каждой девочки должно быть платье от Лереда.